В этом видео я расскажу вам про шланги Pocket Holes, которые вы сможете использовать для мытья вашей лодки, катера или яхты. Данные шланги имеют широкий спектр применения, но нам они интересны как устройство для мытья катера и опреснения двигателя. Это заводская упаковка. В таком виде товар находится у нас на складе. У меня на столе представлены три модели. Они различаются лишь по длине. Давайте откроем одну. Данный шланг состоит из двух частей. Это внутренняя резиновая, которая под напором воды растягивается, и размер шланга увеличивается до 3 раз. Данный шланг чуть больше метра. В рабочем состоянии его длина достигает 3 метра 60 сантиметров. И верхняя часть защитная, которая состоит из нейлона, который достаточно износостойкий. С обоих сторон шланга есть фитинги, которые выполнены из прочного пластика. Они не будут ломаться и прослужат вам долго. Также имеется муфта-коннектор, с помощью которой вы можете присоединить любую насадку, либо соединить 2 шланга вместе. Для этого вам необходимо будет приобрести переходник. Также в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести насадки для данных шлангов. У нас представлены 2 модели. Они различаются по размерам. И у данной модели прорезиненная ручка, что более удобно в использовании. Насадки имеют несколько режимов распыления. Также в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести водоподающую помпу, присоединить к ней шланг и заняться уборкой на вашем катере.